Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Король-Защитник. Ну что ж, третий день, и нам дают 2000 голды. Это очень хорошо, нам пригодятся. Ну что, поехали сразу, наверное, мы с вами в бой. И у нас 21-я миссия. Ёлки-то, опять пушка. А вот это кто такой, друзья мои? Это что за орк? Орк-шаман, походу маг, или кто он такой? Не знаю, друзья, будем смотреть. Поехали, поехали сразу же. Так, уровень сложности нормально нам написали. Вот эта пушка меня раздражает, серьезно тебе говорю, она меня убивает просто-напросто. Ладно, давай посмотрим. Посмотрим, сколько она будет нам наносить дамагу. Обалдеть, сколько она дамагу наносит. Ой-ой-ой-ой, друзья мои, это что такое? Что это за такой крутой мечник, просто-напросто которого я не могу даже пробить? Эй, да так нечестно. Слушайте, я взял лучника-то себе? Нет, у меня лучник, погоди. Нету у меня никакого лучника, вот что я тебе хочу сказать. Мне сказали, парень, обойдешься без лучника, у меня есть только маг. Ага, если мы вот так сделаем, и вот таким образом сдуем их к ядрене фени. Так, друзья мои, давай попробуем вот так сделать. И нам нужно хила. Я совсем забыл, что у меня хиллер-то есть. Ёпарасоте, ну как же так-то? Ну как же так-то, а? Ну, давай, пробивай его. Эх, наверное, не сможем, да? Но он крепкий, друзья, смотрите. Он крепенький, маленький, крепенький, но все равно слабенький. Все равно слабенький. Эх, сейчас моего хилочка бедного, наверное, и удавят, да? Воу, 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 тихо, тихо, тихо. Ты смотри, что происходит, друзья. Ты посмотри, что тут происходит. Давка просто-напросто, они мне не дают шанса. Они меня просто смяли, ты понял? Они смяли меня, они уже бомбят мою базу. Базу бомбят, я сейчас попробую заморозку на последнем издыхании. Вот таким вот образом вызываю мечника, и мне это никаким образом не помогает. И что вы прикажете мне сделать здесь, а? Нет, ну так дело не пойдет на самом деле. Я... Понятно, что будем переигрывать. Слушай, ну у нас есть немножко денег. Давай-ка мы с тобой посмотрим, что у нас тут можно улучшить. Так, ты, парень-мечник, ты готов улучшиться? Он готов, друзья мои, он готов. Я думаю, что нужно... Так, 1300 нужно, да, до следующего улучшения. Это будет 9 уровень. Ой, как же мне хотелось бы посмотреть заранее, что там дадут. А может быть, зря я прокачиваю, да, его до 10 уровня. Ладно, нет никакого здесь супер бонуса, чтобы можно было бы где-то денежку заработать, а? Подарок. Ух, спасибо вам большое за подарочек. Как раз вот этих денег-то мне и не хватало. Так, ну что, продолжаем прапывать, да, нашего дорогого мечника. Вот так вот. Ну что, друзья, нам нужно 2500 как-то нашкрябать, чтобы нам прокачать нашего мечника и заодно открыть первый навык и посмотреть, что это будет за навык. Так, друзья мои, опять же в бой. Давай посмотрим, может быть, нам что-то здесь поменять с вами. Поменять копейщик. Ну, не знаю, друзья мои. Ну, что он там, отталкивает только лишь, да? Маг не успевает у меня, в принципе, вообще выйти. Жалко, здесь нельзя прокачать базу. Я могу прокачивать своих юнитов, а вот именно базу почему-то нет. И это очень странно. Обычно в таких играх я имею право прокачать свою базу. Хотя бы даже на то же самое здоровье, и чтобы у меня как можно быстрее копилась манна, да? А тут нет такого. Ладно, друзья, хорош болтать. Давайте попробуем еще разочек. Еще, как говорится, попыточку потратить. Все усилия, естественно, у меня держится на нашем мечнике. Ай, ну как же они начинают? Ну, люто, люто, понимаешь? Они сразу начинают. Ну и как? Ну и что? Ну давай я вызову копейщика, посмотрим, на что он тут способен. Да на что он способен? Он ни на что не способен, друзья. Нет, ну он наносит урон, конечно, но не такой, который бы мне на самом деле здесь нужен был. Так, давай попробуем вот так вот сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, вы видите, друзья мои, прекрасно сами. Погоди-ка. А может быть, еще у нас с тобою будет шанс. Или не будет у нас никакого шанса. Нет, должен быть, друзья мои, должен быть шанс. Так, хиляет, она успевает, друзья мои, подхилять. Но там армия идет. А как? Погоди. Я не понял. А как они... все, я понял. Друзья мои, вот это вот... Пушка, ватрушка, она просто бомбит имбово. У нее массовая атака. Массовая атака. А мой хиллер стоит, вот как назло, очень близко к ним. Да давай ураганчик, в конце концов, зашпилякаем.
Нет, все не то, друзья мои. Ну все не то. Тьфу ты. Ну как вот, как тут можно вообще играть, друзья, а? Ну как, вот объясните мне, пожалуйста. Если он меня просто расчекрыживает здесь в смятку, он мне шансов не дает. Еще лучник тут, охламон вонючий мелкий, вон там стоит. Давай заморозку, наверное, с собой попробуем сейчас сделать, да? Пускай они тут немножко будут в заморозке. А нам как-то нужно, я не знаю, каким макаром, но попытаться пробиться хоть маленько. Ну, хоть чуть-чуть. Мак, давай, 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 вжаривай там. А если так? Друзья, по-моему, это несправедливо. По-моему, это несправедливо, потому что я вообще здесь ничего сделать не могу. Господи, расписали, ты представляешь? Такая армия этих, да, да, 300 монет. Слушайте, друзья, я не знаю. Я не знаю, как нам быть. Это уровень нормаль. Мне ж передергивает уже, если честно, от этого уровня нормаль. Но в любом случае нам с вами некуда деваться. И в любом случае нам нужно пройти этот этап. Как бы нам этого не хотелось. Я не знаю, может быть, вместо мага взять лучников. Как-то нужно искать подход, друзья мои. Искать подход, и все это будет не очень просто. Понимаешь? Не очень просто все это будет. У нас лучники какие есть? У нас есть вот такие и вот такие, да? А, нет, это мечник. Вот, у нас есть эльфы и есть вот такие вот. Смотри, что у них тут. Атака 111, а у этого 86. Ну, соответственно, этот лучник проигрывает. А у мага, давай посмотрим по атаке сколько. Атака 62. Не, друзья, маг уходит отсюда. И идет вот этот, конечно же, эльф-лучник. И копейщик, согласитесь, он вообще ни о чем. Он не алё, поэтому, мне кажется, лучше нам поставить, наверное, вот этого паренька, да? А, атака 32. А сколько у ассасина атака? 147. Слушай-ка, ну у него ОЗ 334. А у этого ОЗ, ну сами видите, сколько. Твою ж маковку, что же делать-то? Нам нужен танк, по идее, да? Он 25 маны стоит. Следом за ним ставить эту армию, ну, я даже не знаю, друзья. Я даже не знаю, я в таком смятении. Хорошо, попробуем. Попробуем сыграть через ассасина. Мне кажется, конечно, тут особой выгоды нам... Вот пушка, почему у меня нету пушки, а? Дайте пушку, чтобы по чесноку все было, ё-моё. Конечно же, с пушкой дурак сможет пройти. А ты попробуй вот без пушечки, я посмотрю на тебя, ё-моё. Так, ну давай посмотрим, наверное, я лучника взял, Но насколько... Ну они хотя бы травят, друзья, хотя бы травят. Есть такой шанс, да, отравить. Ладно. Давай попробуем как-то продержаться здесь, наверное. Так, вот нам бы вот этого вот за 26 бы манночки призвать. Давай этих оттолкнем отсюда нафиг. Так, еще одного. Вот. О, ну смотри, сейчас один снаряд пушки, да, и понятно все, короче. Один снаряд этой пушки, и моя армия, вы сами прекрасно видели, просто гибнет. Ну, 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 давай, 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 родные, давай, давай, давай. Ну, ну прогибаем, 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 прогибаем. Нет, нет, друзья мои, ни шиша не вышло. А, был шанс, был шанс, если бы мы с вами бы пробили бы. Она еще и хиляется. А, ну правильно, у него там хиллер вышел. Эй. У него, друзья, вышел хиллер. У него вышел хиллер, и поэтому вот так вот все происходит. Он захиливается. Он успевает отхилять их. Это все у нас идет хорошо, пока мы на своей территории стоим. Как только мы продвигаемся с вами чуть-чуть дальше, нам кирдычок становится сразу же, понимаешь? Ну как так-то? Ну как так-то? Ну это же, ну друзья, ну я не знаю. Ну это нечестно. Давай попробуем хило вызвать. Давай еще попробуем так вот сделать. Ураганчик, вот, друзья. Угу, угу, угу. И готовы они. Это сложно. Это суперсложность, друзья мои. Это эпическая сложность для меня. Я не знаю, как тут быть. Как тут вообще с ним справляться? Ты посмотри, сколько он лучников. У меня нет никакой новой магии, какой-нибудь там супер-пупер удара или еще что-нибудь. Они просто расчекрыжили меня. Слушай, я в неком таком ступоре, что даже не знаю, что и сделать. Награда за вход сегодня. Три... Оу! Подожди-ка, может быть, я еще могу так сделать? Ой, друзья, а за что это мне деньги идут?
Погоди-ка, А что с игрой-то случилось, друзья мои? Ты посмотри, сколько я денег уже нахапал. Это за все пропущенные дни, которые я не заходил, что ли, да? Ой, ребятушки, ну так это совсем другой день. Слушай, да что ж такое-то? Я надеюсь, она не взломалась у меня каким-то образом. Ребят, я, честно скажу, никакого читерства я не применяю и не применял. Но здесь мне дают деньги. Очень много денег я уже накопил. Награда за вход сегодня. Господи, это когда-нибудь закончится или нет? Друзья, я не знаю, что случилось с игрой, но вы видите, что просто деньги валятся. Валятся просто. О, все, короче, я сейчас проапываюсь. Слушай, ну на самом деле, а что случилось с игрой-то? Может быть, просто надо было мне раньше всегда так делать. Нажимать награду за вход и получаешь деньги. Да мало того, что деньги, я еще и гемов нахапал сколько. Ладно, друзья, давайте с вами прокачаем кого-нибудь. Кого-нибудь прокачаем. Так, это надо вот сюда зайти. Ну и, конечно же, я хотел мечника улучшить. Вот так. Что у него там получается? При атаке существует шанс активации равный 5%. Наносит двойной урон и оглушает цель на 1 секунду. Сменить, в плане сменить. Снижает время восстановления на 8 секунд. Ах, тут это усиливает, увеличивает атаку на 6%. Ну, давай, давай, конечно, я не буду против. Так, следующим, кого мы с вами прокачаем, это будет у нас... не целитель. Вот, эльф-рыцарь. Давайте улучшим его. Так, улучшение, улучшение. Какая у него там? 10-й левел. Так, у него, друзья, открывается. Увеличивает скорость перемещения на 10%. Пускай, пускай остается. Так, и дальше. Дальше у нас будет вот целитель. Целитель. Улучшаем. До 10 уровня. Что там у него? Скорость перемещения мне не нужна. Снижает затраты энергии на 1, это бредотня. Снижает время восстановления на 14%. Ну, это пускай будет. Так, и следующий у нас кто? Ассасинчик, да? До... какого? До 10 уровня. Так, снижает время восстановления мне не надо. При атаке существует шанс активации. Ну, понятно. Короче, урон наносит, да? И оглушает цель. Ну что, друзья, давайте попробуем. Ну, на самом деле, я не знаю, что с игрой случилось. Смотрите, я нажимаю награды за вход, и мне постоянно выпадает награда. Что же это такое произошло? На самом деле, так неинтересно играть, если честно, друзья мои. Ну, ради эксперимента давайте уже тогда посмотрим. 21 уровень-то я пройду хоть или нет. Поможет ли мне вот эта вот прокачка, что я с вами сейчас сделал? Так... Угу, идет охламонище, да? Ну давай посмотрим, давай, давай, иди сюда. Иди сюда, мы сейчас будем проверять. Что-то, по-моему... Я не вижу никакого, друзья мои, улучшения, если честно. Вообще не вижу. Фи. И толку? Нет, что-то здесь не то, друзья. Что-то тут творится не то совсем. Так, ну ассасин хорош, хорош. Он быстрый. Смотри, сколько он дамага наносит. У-у-у. Еще и молния срабатывает, ты видел? Он вообще великолепен. Ассасинчик-то вот этот вот. Так, а если я вот этого призову? Давай посмотрим, что он будет делать. Давай посмотрим. Вот он конечно, идет медленно. Очень медленно такой, знаешь. Нехотя, так скажем, вступает в бой. Но все-таки идет. Так, ну-ка. Да, наша магичка не успеет, ребята, применить даже отхильчи, как мы уничтожили ему базу. Ну, вот так вот как-то у нас получилось. Так, друзья, ну что, таким макаром мы с вами дойдем вот до этого персонажа, я чувствую. Так, босс. Здесь у нас будет босс, да, значит. Так, деньжат у нас пока хватает. И давайте, наверное, мы с вами эльфа вора прокачаем. Он же тоже хорош, согласись. Он очень хорош. А ну-ка. 11-й. А я могу его... Что такое? Не хватает камней. Не хватает камней. Понятно. Понятно. Но тем не менее, у него 15 уровень. Это очень шикарно. 15 уровень иметь. Это просто великолепно. Так, здесь не хватает монет. Так, друзья, вперед, как говорится, и с песней. 22 левел. Поехали. Уровень сложности у нас нормаль. И мы приступаем с вами.
Ну, я считаю, что тоже нечестно применять всякие пушки в бою. У меня, видите ли, пушек нету, а у них есть. И это тоже, я считаю, имба. Тем более, мы с вами и не настолько уж и крутые стали. Все равно нас потихоньку разбирают. Потихонечку, полигонечку. Это... Причем я сколько вложил денег, друзья мои, сюда, да? Вы сами прекрасно видели. Вкладывал и вкладывал. Как говорится, прокачивал и прокачивал своих персонажей. А как бы без этих денег продвигались мы, я не знаю. Я просто без понятия. Нас бы дубасили бы тут все, кому не лень. Хорош ты уже. Ну, нагибаем его, отлично. Двигаемся дальше. Минус. А, это, друзья мои, оказывается, да. И есть лекарь. Шаман, так скажем, да? Так, ну что, разбираем этих скелетиков. И замок, замок, замок мы ему подобьем, подбили. Найс. Ну что, друзья, едем дальше. К нам осталось всего лишь два уровня с вами пройти, и мы получим нового персонажа. Давайте посмотрим, что нас ожидает здесь. Какая боевочка. Угу. Замок довольно далеко стоит, да, от нас, поэтому мы с вами даже... Давай посмотрим, как у нас эльф-вор. Ёпрасте, вот тут он бомбит, друзья, смотри. Хе-хей! Ага, здесь он... Вот перед танками, конечно, мы пасуем сразу же. Перед танками тут, как говорится, нам не устоять. Нам их не пробить просто-напросто. Давай так посмотрим. Ага, ты еще будешь там мне хилять, да? Иди отсюда. Заморозочку сделаем. Так, давай дальше. Копить потихоньку уровень базы нашей, да? Это босс или нет? Друзья, по-моему, это не босс еще. Или босс. Ой, вот когда молния вот это вот на оглушение идет, вообще чётенько, да? Он даже ничего сделать не может, мы его просто разбираем. Мало того, что молния урон наносит колоссальный, так он еще и в стане находится. Так, давай. Есть. Пробили. Это найс. Да, друзья, не ожидал я, конечно, что игра так богонет у нас. Ну что, поехали далее. Так, 24-й левел. Ох, здесь босс какой-то, смотрите. Барака, елки-палки. С одной ногой, потом палка там какая-то у него. Ну что же, была не была, поехали. Главное, что здесь нет пушки. Вот это мне уже нравится. Да, и не забываем, что здесь у нас уровень, друзья, на время все-таки идет. Так, давай-ка ассасинчик устроим тут. Ага, по красоте. Давай еще одного, наверное, вызовем, да, эльфа-вора. Они, в принципе, чем-то похожи. Эльф-вор и ассасин. Оба дамагера. Так, сдули нас. Это босс, я так понимаю, да, вышел, скорее всего. Хотя нет, друзья, босс там немножечко другой. Давайте целителя, наверное, призовем к нам в помощь. Да хорош там уже буянить. Эй, партизаны. Хиллер, куда ты подставляешься-то вперед, батьки в пекло? Вот стой там позади меня и все. А этот пускай нас лечит. Так, ну что, а, у нас хиллер может быть максимальный один, понятно. Отлично хиляет, очень круто. Так, сейчас поджидаем, друзья, босса. Вот он вышел, смотри. На костыле идем. Мы вот так вот с вами сделаем заморозку. Еще и ураганчик применим, да? Сдуем его подальше от нас. И будем расчехлять. Ой, а он что, подрос или мне показалось, нет? Мне показалось, по-моему. Он просто позеленел. А позеленел от того, что он отравлен, друзья. И, да, мы его расчехлили. Ну что же, двигаемся дальше. Тут нам остается только лишь справиться с армией, да? И все, у нас будет тип-топчик. Мы уже бомбим базу, друзья, смотрите. Да, подбили. Так, ну что же, великолепно, на 3 звездочки. Продолжаем. Разблокирован новый герой. Охотница, купить. Сколько он стоит? 50 гемов. Так... Ускорение при атаке, существует шанс активации ран 12%. Усиливает атаку на 100% на почти 4 секунды. В армию. И возьмем мы вместо кого, друзья? Вместо, наверное, вот этого, да? Лучника, я так понимаю. А посмотреть характеристики можно мне? Дайте-ка, пожалуйста. А, мы ее можем еще даже маленечко прокачать. Вот так вот. До 6 уровня. Атака 403. 403 атака. А была у нас с вами... Сейчас мы посмотрим, сколько у нас была. А была 191. Ну,
в разы круче на самом деле. Ну что же, поехали дальше. У нас 25-й уровень. Это кто еще? Это что такое? Что еще за змея? Не хватало, вот была пушка, теперь, друзья, какая-то змеюка тут появляется. Не было печали. Мы с вами где-то в пустыне, кстати. Локация-то поменялась у нас, вот что я хочу сказать. Что-то, мне кажется, она будет сейчас бомбить, травить нас. Не? Ой. Да ну-ка, хорош. Ты что, серьезно, что ли? Эй, змеюка, она просто, ребята, с удара бомбит любого. Так, нам нужно, наверное, накопить магию на дальнего юнита, чтобы он уничтожал просто-напросто стрелами. Потому что, смотри, ну, да как-то, как с ней вообще тут воевать? Смотри, какой скелет идет, черепунделей с пробитой. Хм. Ну, давай глянем на нашу охотницу. Да ладно. Кто это такой-то? Что он такой крепкий? Так, ну, лучница просто отжигает. Почему-то вот эти вот скелетики с пробитой черепушкой, они какие-то сильные. Или мы слишком слабые? Наверное, мы слишком слабые, друзья мои. Так, заморозку к ядрене фени. Да, и нам здесь пригодится, знаешь, кто? Хиллер. Да-да, именно хиллер. Так, тихо-тихо-тихо, не надо подходить. Сгиньте. Блин, друзья, потеряем сейчас мы с вами. Угу. Во. Блин, бомбанут охотницу мне, да? Вот так, друзья. А вы говорите, смотрите, что тут происходит. Тут мясо просто мясо. Блин, тут надо, знаешь что? Тут надо много очень юнитов, которые имеют дальний радиус атаки. Вот что я только что понял. Давай, давай, вот эту вот кобру. Если нам кобру эту подбить, естественно, дальше будет все замечательно. Пройдем просто на изи, но не дают они мне шанса такого. А если мы их сдуем маленько? Вот так вот сдуем. И вот этот горшок по... Вот, вот о чем я вам говорил. Так, друзья, дальше смотрим, что у нас тут происходит. Ну, давай разборочку. Разборочку. Так, я вызываю еще одного мечника. Да посмотри, какие они крепкие, эти черепундели пробитые, а? Они просто так не сдаются, кстати. Давай заморозим, наверное, маленечко, да? И быстренько базенку ему нахлобучим, да. Шикарненько. Но сложненько. Так, три звездочки, поехали дальше. Так, друзья, что-то меня выкинуло. Так, смотрим, это у нас будет на 30 уровне, да? На 30. Ну, хорошо, давайте еще, наверное, один уровень мы с вами пройдем, да? И будем закругляться. Продолжим, естественно, уже в следующей серии. Так что, поехали. Опять это... Ой, а это кто такой? Смотрите, друзья, это... Это кто такой? Что это за новый вид монстра? Я пока не знаю. Но у нас 4400 есть денежек, поэтому мы можем маленечко с вами прокачаться. Совсем капельку, да? Совсем капельку. Только вот кого нам прокачивать, я пока, честно говоря, не знаю. Сколько здесь нужно? 2600. Ага. 2600 и... Сколько тебе? 160 не хватает у нас, естественно. У тебя? 3600. Обалдеть можно. Где у меня... Так, что за дела, друзья мои? Что за проблемы? Погоди-ка, а где у меня охотница? Что? А почему ее здесь нету, друзья? Смотрите, ее здесь нету. Вот, погоди. А куда она делась-то у меня? Что творится, я не понимаю. Давай, погнали, друзья. Погнали. Уровень сложности нормаль. Поехали. Главное, еще раз повторю, убить вот эту вот кобру в чертовом горшке. И все у нас будет тип-топ. Кто это такой? Смотрите, он маленький идет. Как будто какой-то как некромант. Ну-ка посмотрим, что он делает. Что-то там. Ну да, друзья мои, это что-то типа некроманта. Видите, он бомбит какой-то магией. Так, оглушили, убили. Вообще великолепненько. Так, нам нужен, друзья мои. А что нам нужно? Нам нужен охотник. Ну-ка давай, ассасинчик, поджарь этого скелетика. Опять этот идет. А здесь, ребята, с алебардой, смотрите-ка. Ну мы его быстро расчехляем. Слушай, крутенько на самом деле. Крутенько, ничего не могу сказать плохого. Давай, наверное, вот так вот заморозочку еще сделаем, да? Так, стреляем, стреляем. Давай, родная моя. А, ну скрывается, смотрите, видели?
как она быстро начинает бомбашить. Она начинает очень быстро бомбить, когда у нее идет вот это вот ускорение. И это мне нравится, это вообще шикандос. Так, минус, давай вот этого минус. Продвигаемся, продвигаемся потихонечку. Ну, да давайте уже этих охламонов нахлобучим. Так, друзья, и мы уже с вами бомбим базу. Согласитесь, когда нет никаких кобр, да, или там этой пушки противной, которая бомбит, массово причем бомбит, все намного лучше и спокойно проходится, не надо кипишевать. Ух, ну ладно, друзья, 3 звездочки. Вот я не пойму, где вот этот вот усилитель включается, где он включается, а? Кто мне скажет? Ну что, друзья, наверное, на этой ноте мы с вами будем закругляться, да? Я думаю, что в следующей серии мы с вами, наверное, дойдем вот до сюда, получим вот этого какого-то гнома Салибарда, я так понимаю, да? Ну и, естественно, вот эту вот новую магию, скорее всего, приобретем и посмотрим. И хотелось бы верить, что баг не пройдет, не кончится вот этот. Ну, на самом деле, ребят, ну что это такое? Нет, конечно, это с одной стороны хорошо, да? Но с другой стороны это совсем плохо, потому что это нечестно. Ладно, друзья мои, пишите в комментариях, что вы думаете по этому счету. Зато мы быстро с вами пробьем эту игру и возьмем уже какую-нибудь другую на вооружение. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.